Больше голды, больше годноты. Доброе время суток, друзья. В этом ролике я покажу вам следующее. Иллюзия бесконечного движения или бегущая строка. Анимация вашего видео или картинок. И последнее, создание простейшей переключаемой текстуры. Давайте начнем. Все, что вы видели только что, устроено по одной схеме. Это прокси. Что такое прокси? Говоря доступным языком, это сценарий, закладываемый в VMT, заставляющий оживать простые текстуры. Прокси может срабатывать в игре как автоматически, так и через триггеры. Все переменные и их обозначения вы можете найти на Valve Wiki, а я начну показывать самый простой пример прокси. Создав обычный VMT, переходим во вкладку Proxies. Эта программа сама нам поможет писать, предлагая шаблоны. Написав прокси, жмем Enter и попадаем в контейнер. Теперь нужно указать название операции. Название операции выделяется красным кружком. Texture Scroll отвечает за прокрутку текстуры. Выбрав операцию, теперь нужно избрать переменные и их значения. Первым идет Texture Scroll Var. Нужно указать, что будет передвигаться. От руки пишем команду Base Texture Transform. Откуда я взял эту переменную? На старом добром Valve Wiki. Дальше мы указали, что будет перемещаться Base Texture. Теперь нужно указать, с какой скоростью и в каком направлении. Скорость обозначает Texture Scroll Rate. Значение в единицу значит, что за одну секунду текстура будет успевать полностью прокрутиться. Последней переменной будет Texture Scroll Angle, направление движения текстуры. 360 слева направо, 90 вперед и так далее. Поздравляю, ваш первый прокси готов. Посмотрим на него в игре. Вот вам и иллюзия бесконечного движения. По такому же принципу делается и бегущая строчка. Берется изображение вот такое. Прокси аналогичное, лишь меняем угол направления. А в хаммере растягиваем изображение так, чтобы изначально был виден только нужный его угол. И вот, замечательно. Анимация. Если у вас есть небольшое видео, форматируйте его. Также можно загрузить несколько изображений в одно через VTF Edit и сохранить анимированный VTF напрямую. Имея готовую анимированную текстуру, начнем писать VMT. Укажем все данные и переходим в прокси. У программы есть пресеты, и среди них есть уже заготовленный шаблон анимаций. Рассмотрим команды и их значения. Animated Texture Var. Что будет анимироваться? Базовая текстура. Во второй строке указываем, что переключаться будут кадры внутри VTF текстуры. Последняя строка – это банальное количество кадров в секунду. Вот и все. Вот так просто импортируется анимация в игру. Переключаемая текстура. Последним на сегодня прокси будет Toggle Texture. Это та же самая анимация, но состоящая чаще всего из двух кадров, двух текстур, которые можно менять в игре через триггер команду. Итак, грузим два изображения в одну анимацию. Сохраним VTF. Заполняем базовые данные VMT и переходим в прокси. Первым делом выбираем название прокси. Toggle Texture. Переключаемая текстура. И в последовательности выбираем операции. Первая строка, как всегда, обозначает, на что будет направлена манипуляция. На базовую текстуру. Вторая строка, как и у анимации, указывает на то, что будут переключаться кадры. Последняя строка спрашивает, стоит ли анимации повторяться. Обернуться. 0 или 1. Все, последний на сегодня простейший прокси готов. Тема прокси весьма глубока и интересна. Не бойтесь проверять все методом тыка или же искать информацию о них на зарубежных форумах. Соотечественники почему-то мало о прокси пишут.
Надеюсь, урок станет для вас полезным. А я должен попрощаться и попросить напоследок лайк, подписку, донат, которого почти никогда не бывает. А жаль, ребята, ведь... Эй, я еще не договорил!